Всем привет! Сегодня свяжем вот такой забавный башмачок. Может быть, он забавный, потому что у меня такое здесь сочетание цветов неординарное. Но вяжется он очень просто, на двух спицах. Вот из такой детальки состоит наш башмачок. Вяжем сначала центр, вот зеленую его часть, и потом донабираются здесь петельки. Это боковые части. И сшивается носик, подошва и задняя часть. Связан. Полностью платочной вязкой. Очень хорошо растягивается по ноге. Поэтому, наверное, связать нужно вот чуть меньшего размера, чем вы замерили свою стопу. Я не знаю, что это у меня за ниточки. Какие-то акриловые остатки давно уже у меня лежат. Я сделаю замеры здесь вот в сантиметрах, чтобы вы смогли на своей пряже уже сориентироваться. Здесь у меня в готовом виде он получился 22 сантиметра. Плюс еще хорошо тянется вот здесь в сантиметрах это центральная часть башмака 13 сантиметров ну, вот по диагонали 18 а все что малиновыми нитками сшито здесь вы можете корректировать их то есть вязать прям примеряя на ножку вы можете ну как бы начать вязать и остановиться там когда вам необходимо уже по своему размеру ноги вот а общая длина получается 22 сантиметра на спицы набираем 55 петель Двадцать шесть петель, включая кромочную, мы вяжем лицевыми. Первую кромочную снимаю. Следующие три мы вяжем вместе лицевой. Эти три петли, они у нас центровые. На левой спице у нас должно остаться двадцать шесть петель. Раз, два, три, четыре пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, двадцать шесть петель. Их мы также провязываем лицевыми петельками. довязываем ряд. Последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Изнаночный ряд мы просто вяжем лицевыми петлями, без изменений, без сокращений. Все лицевые. Так, третий ряд вяжем 25 петелек кромочную я тоже считаю в это число 1 2 3 4 5 6 7 23 24 25 следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петелькой за заднюю стеночку так просто удобнее будет так проверяем остаться остаться должно у нас 25 петелек с другой стороны раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 25 довязываем их лицевыми петельками все вязание у нас идет лицевыми так кромочную изнаночной петлей в каждом лицевом ряду мы будем делать такие сокращения, провязывать центральные 3 петельки, 3 вместе и сокращать будем до тех пор, пока у нас не останется 19 петель. Изнаночные ряды мы просто вяжем все петли лицевые, без сокращений, без прибавлений. Просто провязываем ряд по рисунку. Вот такая фигура получается. Я сейчас провяжу еще изнаночный ряд без сокращений и закрою все петли. Готово. Длинный хвостик я оставляю для сшивания. Так, что мы делаем дальше? Это у нас вот передняя часть. Вот она идет вот таким выступом. Нос и часть подошвы. Теперь нам нужно донабрать боковиночки с каждой стороны здесь. И здесь мы набираем петельки. Беру ниточку нужного цвета. И с лицевой стороны. Это у нас центр. Здесь будут боковушечки. Можно спицей. Если туго вяжете крючком если не получается крючок, потом на спицу. Здесь у меня отверстие свободное. Я думаю, что я смогу набрать все петельки сразу спицей. И набираем не до конца, оставляя немножечко вот для этого выступа. Сколько здесь у меня петелек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Петелек шесть вот у меня не довязано набрали петли немного не доходя до края у меня получилось 21 петля берем спицу и продолжаем вязать платочной вязкой вот это у нас часть вяжется Вторая боковушка у нас наберется и свяжется отдельно и вяжем это расстояние которое нам нужно то есть это по, по длине стопы получается. Чем больше размер вы хотите, тем больше вы вяжете рядов. Учитывайте, что платочная вязка очень хорошо тянется, поэтому башмачок должен быть немножечко в натяг, чтобы с пяток не слетал. Вяжем как обычно, платочной вязкой, все лицевые, первую кромочную снимаем, последнюю провязываем изнаночной петлей. Сокращений и прибавлений у нас здесь нет. Вяжем прямо. Связали нужную длину и закрываем петельки. С другой стороны точно так же набираем петли. Количество петель должно быть у нас одинаково. Здесь 21 петелька. И с этой стороны набираем 21 петлю. Отступаем симметрично. Набрали петли. И точно так же, аналогично вот этой стороне, вяжем платочной вязкой такое же количество рядов, как вот на этом розовом прямоугольнике. Довязали вторую сторону. И приступаем к сборке. Вот таким образом мы будем вышивать носик, подошва и задничек. Сшивать начну я с задника и идти буду по лицевой стороне. Соединяю сначала я две детали между собой, две половинки, так, кончики, Я потом заправлю все. И по лицевой стороне по кромочным петелькам сверху вниз сшиваю. Поочередно беру за половинку петли с одной стороны, с другой и вот сверху вниз таким образом двигаюсь. Дошиваем до пяточки, поворачиваемся и точно так же продолжаем выполнять шов. Прошиваем всю подошву и зашиваем носик. Шовчик получается аккуратненький, почти незаметный. Дошиваем башмачок, по желанию украшаем. Все, обновка готова. Всем пока, до новых встреч!